Так, запишу небольшой такой видеоролик, да? Что значит по фишкам некоторым? Про Honor, да, 90. Так. В принципе, я недооценивал, да, материалы. Материалы оказались куда премиальнее, да? Я вам рассказывал, значит, про удар. А здесь вот в углу видно, да, немного лопнуло даже, лопнул металл, но стекло осталось целым. То есть вопрос остается про рамку металлическую, понятно, да, надежная. Вопрос остается о самом стекле. Либо он не потрескался, потому что он действительно качественный, само стекло, да, экрана. Ну, либо спасла металлическая рамка. Ладно. В общем, что нам потребуется? Как включить фонарик, секундомер, быстрый доступ, да, особенно фонарик, быстрый доступ. Потом, что еще там есть? Калькулятор и диктофон. То есть, в принципе, молодцы, что насчет этого они продумали, да, подумали, потому что на всех, если... то есть, вот, ну, по крайней мере, на Samsung можно здесь запрограммировать его на фонарик, да, два раза включить, два раза выключить. Здесь же как делается? Немного чуть сложнее, но все равно удобно, да? То есть либо нажимаете, чтобы экран проснулся, но не до конца, да, не нужно его разблокировать. То есть нажимаете либо клавишу боковую разблокировки, либо два раза, значит, по экрану. Потом делаете свайп наверх. Вот, видите, все, выходит фонарик, калькулятор, диктофон и тут этот секундомер. То есть включили, выключили. Вот такой быстрый доступ есть в этом смартфоне. То есть, что, в принципе, тоже далеко, вещь далеко, скажите, ну, согласитесь, не последняя. Что касается еще. Заходим в настройки. Экран и яркость. Здесь, значит, я выставил все высокое на высокое. Разрешение экрана тоже высокое, да. Ну, видите, свайпом как легко делать, ну, проще делать, чем если это была бы здесь клавиша назад, да, а тут здесь вот можно вот назад выйти сразу. Скорость обновления, разумеется, 120, но 120 он не везде, да, то есть нужно это тоже понимать. И я не знаю, в связи с чем это связано, может, с процессором, может, еще с чем-то. В общем, он не везде, да, в играх там в некоторых нету там такого 120 Гц. На Samsung более плавно это все происходит, на S22 Ultra. Так, потом, значит, видео в улучшенном качестве. Что это такое вообще, видите? То есть он начинает насыщать цветами картинку, видите? Ну, в YouTube, TikTok и так далее. То есть можно нажать на нее, да, можно также выключить. Что это дает? Это насыщенность картинки дает, то есть... Но я выключил эту функцию, потому что он перенасыщает цвета, к сожалению. Но, в принципе, можно и так смотреть, как бы включить эту функцию, может, даже получше будет. Ну, лучше, нежели чем она будет как-то, знаете, в стоковом варианте, да, без этой функции. Будет немного сероватый, что ли, что-то такое, короче. Надо понимать, что это не флагман, да, и тут... Как бы там сочность, да, как бы умеренная на флагмане, по крайней мере, из вас воулер, там умеренно можно, да, действительно классно смотреть. Там не надо ничего регулировать. Здесь же он либо перенасыщает картинку, либо наоборот она серая, да, вот как вы здесь видите, вот во втором варианте. Здесь уже насыщение, он показывает пример. Вот такое, в общем, короткое видео, в принципе. Ничего плохого сказать не могу. То есть... В принципе, это Samsung, можно так сказать, да. Но немного был бы широкий экран, вообще потрясающе было бы. Ну, так в целом, в принципе, нормально пойдет, неплохо.